Взрослый кабель открытого класса. Нет.
сейчас сначала Олеся, потом сначала они все ходили. Сейчас будет сравнение на лошади Нюра, потом будет Олеся, потом будет вы, потом будет сравнение большое. Это с 15 месяцев до 8 лет. Вот, то есть это один из взрослых классов. Промежуточный класс это с 15 месяцев до 2 лет. Как бы, ну, если собака еще выглядит недостаточно сформированной, она может пойти в промежуточный класс. Ему 2 года. Ему вот весной было. Он наш приемыш. А? Он наш приемыш, он мамин выпускник. Приемыш? Да. Для хвалебных постов, короче. Судью все равно никто не знает. Не, ну почему же? Те, кто давно занимается собаками, они судят. И судьи тоже. Я могу только сказать, что это мой докладится все лет такой. Ваша судья будет, скажем так, ей нельзя, ну, ее никто не узнает, но она под какой-то Иванова получила, а вот если собака спорта она пишет, что она под ним пишет, я на смотрю, что утром пародии. Опять какая-то.
давайте не сравнивать.